История одной уральской семьи может стать примером поистине героической любви. Соседи были шокированы и забили тревогу, когда узнали, в какой очень трудной, а для многих неразрешимой ситуации оказалась мать и сын. Так сложилось, что тяжелые заболевания приковали их к постелям. 3 года Михаил и Римма Ивановна находятся в разных комнатах и общаются через стенку. Причем все это время парализованный мужчина ухаживал за парализованной пенсионеркой. Мать с тяжелой болезнью слегла 3 года назад, поэтому общается с сыном, находящимся в соседней комнате. По телефону или по скайпу. Постель – рабочее место Михаила. Над головой монитор, под рукой всегда клавиатура. Дизайнер, прикованный вот уже 20 лет к кровати, создает сайты и тем самым зарабатывает на жизнь, содержит себя и мать, оплачивает круглосуточные дежурства сиделок. Будучи студентом, Михаил Меркулов получил серьезные осложнения после гриппа, успел закончить институт, но сразу после этого врачи обнаружили у него опухоль спинного мозга, неоперабельную. Врачи ставили самые неблагоприятные прогнозы. Сына Римма Ивановна выходила, но поддерживать свое здоровье времени не было. Рак крови стал неожиданностью. Социальные службы предлагают забрать Римму Ивановну в интернат. Но вот Михаил наотрез отказывается это делать. Мужчина нанял матери еще одну сиделку и ищет еще хоть какую-то подработку. Дизайнер намерен доказать, что он в состоянии позаботиться и о себе, и о парализованной матери.